Несмотря на сложное экономическое положение в стране, орловская промышленность демонстрирует рост и активно наполняет региональные и городские бюджеты. Об этом заявили в Орелстате. Там обнародовали данные за первый квартал года. И вот что получилось. Налоги от промпроизводства в бюджеты всех уровней увеличились почти на 11%, до 3 миллиардов рублей. Доля промышленности в общем объеме налогов по Орлу составила почти треть. Самыми крупными налогоплательщиками все так же остаются завод «Кировомораций», «Фригогласс Евразия», «Дармаш», «Протон», «Северсталь Метис», «Орловский хлебокомбинат» и «Орел Растмасла».